Забіг «Декатаджишок» пройшов у Дніпрі в рамках 4-го міжнародного АТБ «Дніпромарафон». Всього дистанцію подолали більше 800 бігунів з різних куточків не тільки України, а й світу. В цьому році взяти участь у марафоні вирішила корпоративна команда торгової мережі «Дека». Таке прагнення співробітників до спорту генеральний директор торгової мережі «Дека» Володимир Деканенко одразу підтримав. Наша компания впервые в этом году решила поддержать самую короткую дистанцию 5 километров, с которой начинается, собственно говоря, вход в большой сбор. Мы подготовили призы для наших участников, для победителей во всех возрастных категориях. И наша дистанція називається «Декаджишок». Головним натхненником став начальник відділу маркетингу Олег Більдюкєвич. Він зізнається, в його підрозділі бігають всі без винятку. Попробували изначально самостоятельно тренироваться, потом привлекли тренера. Компания поддержала, обеспечила нас беговой формой, зарегистрировали нас на основные соревнования. И в 2018 году, с августа месяца, мы начали бегать, участвовать в соревнованиях и даже завоевали 3-е место в абсолюте среди квадспортивных команд на марафоне в Запорожье. Спасибо ребятам, которые занимались спортом и тоже вовлеклись в эту идею. И так родилась беговая команда «Декарон Тим». Ведите активный образ жизни, занимайтесь спортом, занимайтесь бегом. Все в ваших ногах. Підтримати своїх підопічних вирішив тренер корпоративної команди «Дека» Іван Бабарика. У минулому професійний спортсмен сьогодні пробіг першим з результатом 16 хвилин 40 секунд. На самом деле я очень счастлив, что выиграл сегодня 5 километров. Как бы я до позапрошлого года я был профессиональным спортсменом. Сейчас я бегаю, настолько это мне позволяет работа, самочувствие, поэтому очень счастлив вернуться в эту атмосферу, в атмосферу соревнований, увидел всех своих старых друзей, окунулся, пережил эти же эмоции, переживания перед стартом, радость победы. Команда «Дека» дружньо подолала дистанцію та зайняла 2-е місце. Любителі спорту говорять, це точно не останній їх забіг. Разом вони підкорюватимуть ще не одну спортивну вершину.